Компания Salym Petroleum Development, СПД, достигла важного рубежа в освоении Салымской группы нефтяных месторождений, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе. СПД начала полномасштабную промышленную эксплуатацию западно-салымского месторождения. Праздничная церемония «Большая нефть СПД», посвященная этому знаменательному событию, состоялась 25 ноября 2005 года на производственной площадке нефтепромысла. СПД прошла путь к большой нефти западно-салымского месторождения всего за 2 года. За это время был выполнен огромный объем работ по обустройству и подготовке западного Салыма к полномасштабной добыче нефти. И сегодня коллектив сотрудников СПД и подрядной организации могут с полным правом гордиться тем, что было сделано. Несмотря на то, что из-за капризов сибирской зимы часть гостей не смогла добраться до места проведения церемонии, праздник удался на славу. На торжественной церемонии «Большая нефть СПД» выступили Александр Клепиков, глава Нефтеюганского района, Роб Ван Велден, финансовый директор СПД, подрядчики и сотрудники СПД. Ну что, дорогие друзья, жалко, конечно, что сегодня как-то пересилил черный шаман белого шамана, и у нас вот в районе нелетная погода. И я хотел бы сказать, что все равно при любой погоде то настроение у людей, которые построили эту установку, я думаю, что оно не испортится, потому что сделано много и сделано за короткое время. И я бы хотел сказать огромное спасибо команде Дейла Роллинса, который за 2 года здесь у нас в Салымской тайге вот построил эту установку. Не начав добывать нефть, по сути дела, мы уже, компания начала работать по решению социальных вопросов в поселке Салым. И все вы это знаете. И все мы запомним 25 число этого месяца. Потому что это историческое событие в жизни Нефтеюганского района. С праздником вас, дорогие друзья! This event is largely due to our staff who worked relentlessly on it, but also in particular thanks to our contractors who helped us realize this enormous challenge. We've met all our commitments to the Russian authorities and therefore are extremely glad to stand here with you opening our new facility. I think we should be extremely proud of ourselves that we achieved this together with our contractors, and let's continue on our way to stay one of the best oil companies in the region. Год назад, ровно 25 ноября, мы забили здесь первую сваю под резервуар. Прошел всего лишь год, и вот мы с вами все вместе сотворили такую красоту. Мы благодарим нашего заказчика за ту большую творческую и красивую и дружескую работу и дружескую обстановку, которая царила на этой площадке. Я хочу сегодня передать нашим заказчикам вот этот символический ключ от этой установки и пожелать им долгой, безаварийной эксплуатации установки. Во время церемонии была организована телефонная связь с Ханты-Мансийском, и Дейл Роллинс, генеральный директор СПД,
обратился к присутствующим с приветственным словом. I'm bringing greetings on behalf of the governor, the ambassadors of the United Kingdom and the Netherlands, and many other invited guests, including the vice governors, the representatives of our shareholders. We had all planned to be there to recognize the accomplishments of the people that are standing around the stage as we speak. По случаю ввода западно-салымского месторождения в промышленную эксплуатацию был открыт памятный знак. Право открытия было предоставлено заместителю технического директора Шуану Бабану и директору по эксплуатации Шону Чорчфилду. Declare indeed with great pleasure and proud, and thanks to our contractors and our staff, the CPF opened. Салымское месторождение введено в промышленную эксплуатацию. Большая нефть, это общая наша победа. Большая нефть, наша дружба сердцами согрета. Было трудно порой, и мороз был, и зной, но вела всех мечта за собой. Большая нефть, большая нефть. Большая нефть, Салыма. Большая нефть, it's the major achievement of strong and greatest team. Большая нефть, in the friendship of people devoted to their deal. Through the heat, through the frost, through the rain, through the snow, they have reached their dreams and they go. Сердцами согрета. Было трудно порой, и мороз был, и зной, но вела всех мечта за собой. Большая нефть, большая нефть, большая нефть, Салыма. Праздник «Большая нефть» СПД был продолжен торжественным вечером, где гостей ждала развлекательная программа и много приятных сюрпризов. Сегодня у нас праздник, посвященный вводу западно-салымского месторождения в промышленную эксплуатацию, рождению нового крупного нефтепромысла в Западной Сибири. А с рождением всегда связаны надежды, пожелания и поздравления. Сегодня 25 ноября. И до Нового года остается чуть больше месяца. Новогоднюю ель наряжают в надежде на то, что в новом году сбудутся все надежды и желания. Пусть эта ель символизирует новый нефтепромысел, который родился сегодня. А право украсить ее мы предоставим тем, кто создал его своим трудом в кратчайшие сроки. Именно им, людям, преданным своему делу, посвящается наш вечер. Оргкомитет учредил награды в 4 номинациях за вклад в реализацию Салымского проекта. Почетной грамотой и нагрудным знаком за особые успехи в реализации Салымского проекта награждаются Виталий Густов, начальник нефтепромысла,
На сцену приглашается Шуан Бабан, заместитель технического директора. На сцену приглашается Мунир Жамбиков, менеджер по сдаче объектов в эксплуатацию. На сцену приглашается Кускул, руководитель объекта бурения и обслуживания скважин. На сцену приглашается Рима Ахтямова, специалист по связям с общественностью. На сцену приглашается Сергей Гинкулов, куратор строительной группы. На сцену приглашается Виктор Максименко, куратор строительной группы. Награды вручаются подрядным организациям, построившим ключевые объекты промысловой инфраструктуры в установленные сроки, с высоким качеством и соблюдением требований в области охраны здоровья, труда и окружающей среды. И наша следующая номинация – проектирование. Я с большим удовольствием хочу отметить плодотворное и успешное сотрудничество с нашими генеральными проектировщиками, что результат совместной работы был отличным. За проектирование обустройства Салынской группы нефтяных месторождений награждается открытое акционерное общество «Гипротюмень-Нефтегаз», генеральный директор Рафаил Киршенбаум. За проектирование трубопровода внешнего транспорта нефти «Западный Салын-Южный Балык» награждается Институт «Нефтегаз-проект», генеральный директор Николай Малюшин. Наша следующая номинация – строительство. Мы очень-очень благодарны за ту работу, которую наши строители выполнили. Результат, конечно, как говорится, налицо. У нас много строителей, у нас было в пике где-то 4500 подрядчиков. Если была бы возможность, я хотел бы от имени компании, конечно, благодарить каждый из них. Все очень большой вклад тут несли. Срок, как многие говорили, был нереальный. За строительство установки подготовки нефти на западно-солымском месторождении награждается открытое акционерное общество «Сибкомплектмонтаж», генеральный директор Василий Кель. За строительство трубопровода внешнего транспорта нефти награждается открытое акционерное общество «Сибнефтепроводстрой», генеральный директор Анатолий Евсеев. За строительство внутрипромысловых трубопроводов на западно-солымском месторождении награждается открытое акционерное общество «Стройтрансгаз», первый вице-президент Александр Новопашин. За строительство всесезонной автомобильной дороги в коридоре коммуникаций награждается общество с ограниченной ответственностью «Мехстрой», генеральный директор Александр Полин. Наша следующая номинация – бурение. The drilling of these wells started in April 2004. Initially, it took us around 30 days to drill a well. However,
Our last well we completed in 8.6 days and the horizontal well in 12.4 days. This is truly world-class performance. Дорогие гости и коллеги, я горжусь нашим Салимским компанией. Забурение эксплуатационных скважин на Западно-Салымском и Верхне-Салымском месторождениях награждается закрытое акционерное общество «Сибирская сервисная компания», генеральный директор Рафаэль Нуриев. Награждается КСА «Дойтак», менеджер буровой установки Рикс Боттер. One of the most striking things about working on the Salym project is the extraordinarily good way that expatriates and Russian staff work together. And finally, there's a very, very large group of people who have made the impossible possible. And they are the 3,500 workers who are out there in the field from 6 a.m. to 10 p.m. every day of the week. So I'd like to say a big thank you to those 3,500 workers. Дамы и господа, какой же день рождения без праздничного торта? Торт внести! Струной напряженно звеня, выбирая дорога меня в небеса, улетят наши дней голоса, но останется песни роса, растворенная в наших глазах, из плетений. Красной нитью проходит девиз нашего праздника «Лучшая команда, лучший проект». Но вы понимаете, наш зал сегодня не может вместить всех причастных к этому большому успеху. Но их мысли и слова сегодня вместе с нами. Внимание на экран. Сейчас я думаю, лучшая команда, лучший проект. Лучшая команда, лучший проект. In particular, I'm very proud of our field staff, the field people we have. I'm amazed at the group aspects of the Russian people, really, is the technological prowess. People are still respected here in the oil business. From an engineering view, from a technical view, these people are unbeaten. They're very scientific. Лучшая команда, лучший проект. Best team, best project. Лучшая команда, лучший проект! We have a good feeling for what they've done, because they've really accomplished something. Best team, best project. And now it's reality. А когда я пришла на этот проект, нас было 15 человек. И на месторождении все, что мы видим сейчас, то всего не было бог спас небес. Ни дороги, ни ПН, ни буровых установок. У нас было всего 15 человек, сидели мы в маленьком офисе в Москве. Теперь мы можем увидеть своими глазами, что получилось из этого маленького, дружного коллектива. Еще большая семья, 500 человек, и с огромным успешным проектом, который развивается и будет развиваться еще многие годы на благо и России, и наших сотрудников.
Месяц назад в компании Salim Petroleum Development была проведена жеребьевка, в финал которой вышли 10 человек. И сейчас мы самому лучшему из них и разыграем и вручим самый супер приз. Приготовились? Начали! Сейчас мы из вас выберем самого эрудированного. Что в переводе с хантыйского языка означает слово «саматлор»? Мертвое озеро, звезда первой величины, жемчужина страны. Первый вариант. Мертвое озеро. Правильно. И еще один участник покидает с утешительным призом нашу сцену. Победитель нашей викторины Денис Абакиров. Главный приз вручает финансовый директор Salim Petroleum Development Роб Ван Велден. Большая нефть – это общая наша победа. Большая нефть – наша дружба сердцами согрета. Было трудно порой, и мороз был, и зной, но вела всех мечта за собой. Большая нефть, большая нефть, большая нефть, Салыма. Большая нефть, keep the major achievement of strong and greatest team. Большая нефть, in the friendship of people devoted. Этот день войдет в историю нашей компании как важная веха Салымского проекта, как большой общий успех коллектива СПД и всех наших подрядчиков. Мы стремимся стать одной из лучших нефтедобывающих компаний России. Это амбициозная цель, но она нам по силам. Свидетельство тому – ввод в промышленную эксплуатацию западно-салымского месторождения. Мы сделали еще один большой шаг к тому, чтобы Салымский проект стал проектом мирового уровня, который будет вносить вклад в экономику региона и России в целом в течение многих десятилетий.